В Ярославле сегодня подрядчик вышел на улицу Свободы. Ремонт магистрали продолжается. С помощью спецтехники рабочие снимают старое покрытие. Напомню, объект двухгодичный. В 23-м была сделана примерно треть работ на участке от начала улицы до Чайковского. Был сфрезерован верхний слой асфальта, устроен островок безопасности в районе Тюза, уложен первый слой покрытия, сделаны тротуары. Впереди львиная доля работ вплоть до Ярославля Главного. В текущем году объект будет полностью завершен. Напомню, у нас есть дополнительные изменения в схеме организации дорожного движения на улице Свободы. От площади Волкова до улицы Чайковского будет введено ограничение по парковке и стоянке транспортных средств по реализации данного проекта. И правая полоса будет использована для общественного транспорта. В целом, в этом году в Ярославле должны быть отремонтированы 88 улиц. Сумма финансирования – 4 миллиарда 280 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и городского бюджетов. Среди крупных объектов – Московский проспект, улицы Советская, Пушкина, Волгоградская, Сосновая, проспект Дзержинского и другие. В планах не снижать темпы работ и ремонтировать дороги с опережением. Все вопросы, связанные с экономией денежных средств от проведенных закупок, направляются на те объекты, которые сегодня поставлены, скажем так, в очередь. Перечень сегодня, он не заканчивается этими улицами. У нас с вами еще там 3 таких перечня, а может быть 4.